Пейзаж – любимая тема юного художника. Синий, зеленый, желтый. Одна линия, другая. И уже через несколько минут белый лист приобретает яркие краски. Маслом хотелось, потому что маслом она выходит как бы по реалистичной, по лучше краски идут. Вот. Сейчас пока так, подрисовываю гуашью. Но талант Димы Полякова раскрылся не сразу. Вначале его работы ничем не отличались от рисунков одноклассников. Потом мальчик начал посвящать все больше времени альбому и кистям. «Сегодня у меня нет вдохновения», – он говорил так. «Ну, Дима, ну надо как-то, надо, урок начался, нужно». Вот. А потом больше-больше с удовольствием он рисовал и начал уже в конкурсах там пробовать участвовать. Кроме того, Дима увлекается греко-римской борьбой. Спортсмен с творческой душой. Она у меня вообще-то в душе заложена, и я, если все так идет, то я буду этим заниматься. Стать известным художником – мечта парня. Сегодня ценители прекрасного идут посмотреть на его работы. В районной библиотеке – первая выставка рисунков Димы.